нужно платить по долгам, как из Украины. Если не получится, отключим газ. Но мы довольно-таки плотно поработали в апреле. Я считаю, что большинство проблем сняли. Хотя у нас есть и болевые точки и в Ярославле, и, так сказать, в Переславле. Мы занимаемся и будем, во всяком случае, минимизировать последствия, которые дойдут до населения. Тема не закрыта, не закрыта. И я думаю, что вот в течение этой и следующей недели мы еще должны дорешивать все вопросы, связанные с долгами. Они существуют, хотя они, ну, были всегда, но придется нам принимать определенные решения и по, так сказать, связанные с стимулированием управляющих компаний, с обязательным введением, ну, это закон 100% оплаты населением коммунальных услуг. Вот. Ну и некоторые другие меры тарифного регулирования в рамках положения равной доступности. То есть это уже экономические мероприятия. На сегодняшний день 100% гарантии дать не могу. Потому что если управляющая компания получила деньги с населением, не заплатила за газ, вопрос, куда дели деньги. А дальше прокуроры и прочее. Мы же из них выжимаем деньги.